Поступило сообщение. Соединяю. У меня для вас есть задание, капитан. Я могу доверить его выполнение только вам. В Скеллианском пределе есть криминальный авторитет. Его зовут Дарий. Он виновен почти во всех нападениях в этом секторе. Я хочу, чтобы вы заключили с ним мирное соглашение. Вы шутите, адмирал? Я последний человек, который станет просить мира. Капитан, именно поэтому я и выбрал вас. Дарий боец. Он не воспримет всерьез переговорщика Альянса. А вы, учитывая все ваши достижения, безусловно, вызовите у Дария хотя бы уважение. Покажите ему, что Альянс не намерен отступать, что для него единственный выход – заключить с нами мир. Если вы считаете, что это хорошая идея, я сделаю, что смогу. Отлично, капитан. Я очень ценю вашу помощь. Встреча пройдет на отдаленной пустынной планете. Передаю вам координаты. Также передаю вам данные для переговоров. Пятая флотилия, отбой. Thank you.
Я-то думал, Альянс серьезно отнесется к этой встрече. Вместо этого прислали женщину. Вы что, своими прелестями будете добиваться от меня уступок? В вашем досье написано, что вы отличились во время Блица. В наши дни медали раздают всем, кому не попадя. Думаю, мое прошлое в данном случае не имеет никакого значения, Дарий. Может, перейдем к делу? Вообще, учитывая мое звание, я бы предпочел обращение лорд Дарий или ваша светлость, если вам сложно выговорить мое имя. Разумеется, лорд Дарий. Так что нужно сделать, чтобы прекратились нападения? Это не просто бандитские нападения. Это легальные военные действия. Альянс нарушил границы. Шахтеры Альянса незаконно вывозили нулевой элемент с астероида, находящегося на моей территории. Карательные операции были всего лишь адекватным ответом на ваши действия. Я требую от Альянса извинений. Альянс приносит свои извинения. Мы не знали, что этот астероид — ваша собственность. Я рад, что Альянс берет на себя ответственность. Теперь, когда мы выяснили, в чем проблема, возможно, нам удастся найти решение, которое устроит обе стороны. Шахтеры могут добывать нулевой элемент на моем астероиде в обмен на некоторые услуги с вашей стороны. Да, мы с удовольствием это обсудим. А о каких именно услугах вы говорите? Шахтеры будут платить некую сумму за право экспортировать нулевой элемент с моей территории. К тому же, они отдадут нам месячный объем нулевого элемента и очистительное оборудование для производства красного песка. Думаю, мы сможем это устроить. Отлично. Тогда осталось всего лишь одно условие. Я хочу, чтобы вы меня попросили вежливо. Это меньшее, что может сделать для меня Альянс. Я принял их предложение и навел порядок в этом регионе. Забудьте на время про свою военную гордость, капитан Шепард. Скажите, пожалуйста. Прекратите нападать на корабли. Убирайтесь с астероида, и я не буду тратить на вас пули. Пожалуйста. Вы не смеете так со мной разговаривать. Альянс научится уважать меня, когда я им пришлю ваш окровавленный труп. Думаете, вы сможете меня убить? Да я таким, как вы, мастерами убивал.
Поступило сообщение. Соединяю. Мне жаль, что вам не удалось договориться с Дарием. Прискорбно, что он погиб. Тем не менее, учитывая создавшийся хаос в этом регионе, нападения на наших шахтеров, скорее всего, прекратятся. Вы дали Дарию власть, но он стал слишком жадным, и вы решили избавиться от него с моей помощью. Альянс не поощряет убийство. Мы бы никогда не отдали такой приказ. Убить Дария было исключительно вашим решением. А поскольку вы являетесь спектром, мы ничего не сможем вам сделать. Спасибо за помощь в решении этой проблемы, капитан. Пятая флотилия, отбой.